опустела без машин площадка. Отныне оттачивать навыки вождения на закрытой территории – дело житейское. Новые правила сдачи экзамена на водительские права все-таки вступили в силу с 1 апреля. Курсанты уже водят автомобиль и сдают экзамены согласно изменениям. За последние 3 месяца права получили свыше 1500 жителей региона. Так как подготовка к вступлению в силу нового регламента проводилась у нас заблаговременно, никаких проблем при переходе от старых правил приема экзамена к новым не возникло. Одно из главных новшеств – отмена площадки. Въезд в гараж, эстакады и параллельная парковка перенеслись на улицы города. Сдача теоретической части экзамена теперь всегда под прицелом видеокамер. Это было и раньше, но видеофиксация не являлась обязательной процедурой. Все экзаменационные классы оборудуются системой видеонаблюдения процесса проведения теоретического экзамена. Ранее административным регламентом и правилами проведения экзаменов данная норма не регламентировалась. Получить водительское удостоверение и сесть за руль автомобиля можно только с наступлением совершеннолетия. Пройти самообучение в автошколе можно раньше. Зато права на категорию М, мопеды и А1, легкие мотоциклы до 125 кубов можно получить с 16 лет. В этой части все без изменений. А вот решение о том, чтобы начать водить машину раньше, чем в 18, все еще остается на уровне житейских разговоров. Рената Алюлова, Герман Баранов, Улправда ТВ.